Приветствую всех. Мы опять тут у Толи, хозяйничаем. Толя занимается своими делами, а мы готовим кушать. А опять мы у Толи, потому что опять у нас плохая погода. Вторую неделю уже льют дожди. Но сегодня будет очень-очень классный рецепт. Долгожданное блюдо. Очень долгожданное, да. Мы его сами хотели приготовить и сами очень любим. Кто за Инстаграмом, за нашим следит, видел, последний раз мы с Рифатом кушали хинкал. Я кушал аварский, он даргинский. Это наоборот. Я аварский, а ты даргинский. А, да, да, точно. Мы уже просто там столько раз ели, уже запутался, кто да. какой, когда ел. Ну и сегодня мы приготовим аварский хинкал. Блюдо насколько простое, как всегда у нас, настолько же и очень вкусное. То есть ничего особенного здесь нет. Вот мясо. Прикупили тут барашка. Да, барашек. Кстати, дагестанский, из Дагестана барашек. Молодцы. Здесь задняя нога одна, лопатка. Грудная часть есть. Вот здесь грудинка срезана. Ну и вот эти полупистолетики, которые на шампур неудобно одеть, мы тоже их сварим. В общем, что из себя представляет хинкал? По сути, это вареное мясо, бульон, два соуса. Один будет у нас на основе перетертых томатов, другой будет на основе мацони. И, конечно же, сам хинкал – это тесто. То есть у каждого оно по-разному там готовится, варится. Но в итоге это бульон, мясо, соус и тесто. И, кстати, я вот без камеры еще Рифату говорил, что по сути и лапша – это тоже хинкал, да? Получается, да. Если слить с нее бульон, оставить лапшу и мясо, вот тот же самый хинкал. В общем, долго разговаривать не будем, давай по ингредиентам расскажем, что у нас. Ну, баранина, мясо барана, на кости, вся на кости. Мацони для соуса, кефир для теста. Это перетертые томаты натуральные. Здесь у нас яички домашние, куриные, тоже для теста. Сода, мука, кориандр, черный перец. И в белый соус я добавлю свежего укропчика. Ну все, поехали. Мясо нужно загрузить в холодную воду, чтобы получить наваристый бульончик. Барашек отлично. Так, накроем казан крышкой, она у нас импровизированная, потому что казан без крышки, да? А почему? Да, казан без крышки. Этот казан нам подарила Алинина бабушка с Карабаха. Ага. Мы когда туда ездили в гости к ней, она нам подарила этот казан. Ну это, наверное, самодельный какой-то, что? Просто таких не видел казанов. Я не думаю, что это самодельные, но, наверное, очень старый. Ага. Делали, наверное, еще в Советском Союзе. Вот, сейчас такие не делают. Но вот крышки не оказалось почему-то. Или потерялось. Ну, я думаю, что это небольшая беда. Можно накрыть любым вот так разносиком. Так, ну что, Толь, поджигаем твою чудо-печку. Поджигаем. Делаем, устраиваем пожар. Толь, ты сейчас что налил? Это первак, да? Да, это первак. Кто не знает, что такое первак, когда варится, гонится чача, самогон, это первое, то, что пить нельзя, в общем. Посмотри, как горит зато. Синим пламенем горит, да? Мясо будет готовиться 2 часа. За это время подготовим 2 соуса. Как я уже говорил, будет у нас один красный и один белый. Натрем чеснок и туда, и туда. Везде чеснок будет. Открываем. Вы уже, наверное, все поняли, да, что это один из моих любимых продуктов. Перетертые томаты с солью. Вот так достаточно будет.
Так, а сюда мы добавим мацони. Так, вот так нам баночки хватит. Теперь все хорошо перемешиваем с чесноком. Ты говорил, погода плохая, тут солнце вышло у нас. Тоже с чесночком размешаем. Нам понадобится черный перец, кориандр. И для того, чтобы это хорошо все разминалось, сюда добавим соли 2 ложечки. Аромат сразу какой идет от кориандра и от перца. Мясо закипает, образуется пенка. Ее, конечно же, нужно всю убрать. Вот такая смесь получилась. Теперь мы возьмем ложку. Одну и вторую. Достаточно будет. И в красный. И опять все хорошо перемешаем. Все, дадим теперь соусам настояться, как раз пока сварится мясо, там все поженится. Так, мы взяли пол барана, у нас еще была пистолетная реберная часть, как я ее называю. И вот Анатолий пожарит нам сейчас шашлык, а нам осталось 40 минут до полной готовки мяса. Сейчас мы посолим воду и пойдем делать тесто. Уже не воду, это уже бульон. Уже он... 1:20 кипит. Потом, если что, еще добавим. Пойдем делать тесто, Рифат. А то уже скоро будет готов шашлык. Так, для аварского хинкала нам нужен кефир. 1 литр кефира. Выливаем. Сюда сразу добавляем 4 чайных ложки соды без горки. Раз, два, три, 4. Сюда добавляем 1 чайную ложку без горки. Соли. Вбиваем 4 яйца. И все хорошо перемешиваем. И теперь будем добавлять по чуть-чуть муку. Сколько кефир себя возьмет, столько возьмет. Толин первак нужен не только для розжига, но еще обработать руки, потому что сейчас я буду тесто месить руками. Будем по чуть-чуть
сыпать муку и замешивать. Подпыляем доску, перекладываем тесто сюда. Тесто не должно быть тугое, но и жидкое не должно быть. Пока тесто месили. Почему месили? Еще месим. Шашлык остывает. Тесто у нас готово, вот такой консистенции, оно должно быть не тугое, но и не жидкое. Теперь мы его оставим на 10 минут отдыхать. Накроем полотенцем. Будет оно у нас отдыхать. Так, Толя пожарил шашлык, пока я тесто готовил. Бомба. Это просто райское наслаждение, не знаю, как сказать. Сказка. А это от ребрышек, да? От ребрышки, да. Целиком жареные. Патронтаж называется. Так, тесто у нас отдохнуло. Отрезаем половину. Берем один кусок сюда, обомнем. Раскатали круг, теперь нарезаем на полосы. И теперь нужно нарезать это все ромбиком.
Садись. Мне компот Вот бы я клубничную хотел. Вот бы я клубничку хотел. Я сказала, что бутерброд. Мама, что я так? Прошло 2 часа, мясо сварилось. Вот такой бульон у нас прозрачный. Сейчас мясо будем доставать и варить тесто. Вот мяско розовое. Вытаскиваем. Чтобы сварить хорошо тесто, нам нужен теперь опять сильный огонь, чтобы вода прям сильно кипела. Вот какие красивые кусочки. Они 1,5 сантиметра толщиной. И при варке они еще набухнут. Бульон повторно закипел. Закидываем наш хинкал. По очереди. Сначала это надо ссать, потом то. Один не хочет тонуть. Да. Все, засекаем 4 минуты. И будем выкладывать. И когда будем выкладывать, будем протыкать зубочисткой, чтобы он не посерел, чтобы вышла сода. Варим под крышкой. Все четко по времени. 4 минуты. Теперь берем каждую, прокалываем еще здесь и выкладываем. Давай посмотрим, какой он внутри. Вот хинкал готов. Всех к столу. Приятного нам аппетита. А вам, надеюсь, было приятно нас смотреть. Мы пошли кушать.